Когда спортивных площадок разного назначения и размера в городе становится много, их ремонт и профилактика превращаются в серьезную самостоятельную работу. Только небольших спортивных полей в поселении больше 100, плюс два десятка стадионов, подобных тому, что на Говорова 8. Вот этот объект простоял около 10 лет. Поэтому сегодня возникла необходимость капитально его отремонтировать. И вот на сегодня мы можем видеть, что работа практически завершена. Ребята со следующей недели смогут уже здесь играть, заниматься спортом и гонять мячик. В ходе ремонта, который уместнее назвать глубокой реконструкцией, заменили более 70 секций металлического ограждения, отбили бордюром территорию поля, защитив от расползания гранитную крошку основания, постелили новое качественное покрытие. Этот подрядчик у нас уже на протяжении нескольких лет работает в городе Одинцово. И качество очень хорошее, нас устраивает. Всего в этом сезоне только на ремонт спортивных объектов в поселении будет потрачено более 4 миллионов рублей. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».